Все, выезжаем на охоту, на подводу. Пытаемся выехать вот с этих пробок. Засиделись мы с товарищем моим и решили съездить на наш водоем. Тем более погодка была неплохая. Ну, уже где-то 3-4 дня был прокиштиль. Ну, подумалось нам, что вода будет попрозрачнее, чем на нашей последней, точнее, крайней охоте. Вот, ну, решили съездить на ночную охоту на судачка. Вот. В расчете на прозрачность. В итоге приехали на водоем. Температура где-то была порядка минус 3. Нормально такой ветер 1-2-3 метра там юго-восток. Ну вот. В итоге проходив под водой 5 часов. За все время увидели двух судаков. Одного мой товарищ первого смазал, потом как замерзли как сутки. И второго я уже потом тоже стрелял в упор. Ну, судаки небольшие, в принципе, были. Во-первых, не было прозрачной воды вообще. Вот в одно место приехали, ну, там по пояс воды было, там более или менее прозрак, но рыбы не было никакой. Уже потом под конец захотелось как бы карася пострелять. Караси мелкие, с ладошку. Так, взял на жалек у себе две штучки, чтобы уже совсем пустым не приезжать. Ну так, конечно, разведка так не сильно удалась. Он даже раколовки какие-то там я обнаружил. Точнее говоря, ну, на том же месте, где они и стояли. Походу они брошены. Ни раков, ничего нет. Ну, ничего, прогулялись, поплавали, воздухом подышали. Подразмялись, потренировались. Не каждый раз удается удачно пострелять. Ну, все равно позитив, настроение хорошее. Так что монтируйте, но смотрите.